В ближайшее время в регионе будет сдан очередной дом, строительство которого велось в Южном микрорайоне по программе переселения из ветхого жилья. В Минстрое Тувы и мэрии Кызыла это называют событием, поскольку домов такой квадратуры в республике не возводилось уже давно. Площадь квартир в новом доме колеблется от 11 до 44 квадратных метров. В ведомстве признаются, что дом можно было бы сдать даже раньше апреля. Однако сейчас ведется документальная работа по его сдаче, в ведомстве ожидают разрешение на ввод в эксплуатацию. Девятиэтажный красавец общей площадью 8,2 тысяч квадратных метров уже почти закончен. Когда в апреле введут в эксплуатацию 255-квартирник, на Московской показатели выполнения программы переселения в республике возрастут с 52% до 64%, а реализация ее продолжится и дальше. В Минстрое региона уведомили, что в 2019 году будут введены 13 многоквартирных домов общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, в которые будут переселены 665 семей или около 2000 человек.